С утра пораньше городской штаб по подготовке к отопительному сезону уже на ногах. Представители администрации районов, где ведутся работы по перекладке теплосетей, подрядчики и представители городской власти, городской административно-технической инспекции по благоустройству оценивают ход работ. Сегодня проверяли, на какой стадии находятся 7 объектов. Одна из первых контрольных точек – перекресток улиц Физкультурной и Александра Матросова. Здесь монтируют новую современную трубу с теплоизоляцией и специальными датчиками. Длина участка теплотрассы больше 500 метров, диаметр 700 миллиметров. За два месяца выполнили 80% всех намеченных работ. Со следующей недели подрядчик начнет устанавливать гидроизоляцию, после чего территорию вокруг благоустроят. На данный момент заканчиваем работы по технологии, то есть проложили весь трубопровод, заканчиваются сварочные работы. Мы обязаны 100% швов проверять рентгеном. После этого мы производим монтаж муфт изоляционных. Внутри изоляции проходит проводочек для системы обнаружения дистанционного контроля. То есть, если где-то порыв, то благодаря специальным приборам специалисты смогут определить непосредственное место, где произошел порыв, вплоть там до метра. Трубы центральной системы отопления меняют в разных районах города. Несколько участков находятся в исторической части Самары. Так, на Некрасовской от Молодогвардейской до Самарской подлежит замене более 300 метров трубы. На Алексея Толстого перевооружают теплотрассу протяженностью почти 200 метров. На улице Ульяновской от Садовой до Галактионовской уложили 500-ку длиной почти 400 метров. Приступили к засыпке траншеи и благоустройству. После этого возьмутся за последний отрезок Галактионовской от Ульяновской до Студенческого переулка. Здесь будет марш-бросок, наверное, скорее всего, 24 часа в сутки придется работать. И очень хочется надеяться, хотя бы, чтобы недели две нам дали. Думаю, до 1 сентября все пустим. На 11 участках теплотрасс ремонт завершается. Они готовы на 80% и более. Замечаний нет, ежедневный контроль осуществляем. По графику на трех объектах работы завершены монтажные схемы, ведется благоустройство. На 8 объектах практически монтажные схемы завершаются. Этим летом в Самаре поменяют больше 21 километра теплосетей на 22 участках. На этой неделе подрядчики также приступают к работам на дополнительных участках. Возможность их отремонтировать появилась благодаря переходу города к единому ценовому поясу. К октябрю все работы планируют завершить, и жители города зимовать будут в теплых домах и квартирах. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.